Сейчас мой ход, медведь. Чтобы не быть хуже, будь лучше. Я осмотрел всю темницу. Кто-то украл твою сущность. Вор уже давно сбежал. Не стоило надеяться. Значит, все, мне конец. Прощай. Что передать Афродите? Скажи ей, что я иду на гонки колесниц, где меня раздавят. Он совсем беспомощен, да? Ладно, хорошо. Стой! Может, удастся отыскать вора через Амазон. То есть через моих дочек, амазонок. Лучше их следопытов не найти, а их особые устройства. Уже лучше. Не разгоняйся. Девчонки со мной не разговаривают. Долго рассказывать. Но у меня еще остался их дар. Набор следопыта в моей крепости. Куда меня не пускает Тифон. Безнадежно. Отец прав. У меня куриные мозги. Хотя? Звук моего салпингса должен открыть врата. Я спрятал его, чтобы уберечь от Тифона. Твой салпингс, значит? А, нужно придумать, что на нем сыграть. Хочешь сравниться с Афродитой? Лишь ей под силу совладать с инструментом войны. К тому же этого мало. Врата распахнутся лишь от звуков песни покорности Тифону. Вот как? И что же это за песнь? Тифон крайне самовлюблен. Он заставил пана сложить песню в его честь и обучил мои врата открываться лишь по ней. Пан трудился в каком-то подземелье. Значит, ноты нужно искать где-то там. Когда все найдешь, и если выживешь, сыграй мелодию у врат моей крепости. Эй, а кто сложит песнь в мою честь? Те, кто пьет, сколько ты, и так часто к тебе взывают.
Здесь записана музыка. Верно, фрагмент песни покорности Тифону. Фрагмент песни покорности Тифону!
Похоже, это вся песня целиком. Стоило обратиться к Аполлону. Он и взял бы меньше, чем Пан.
Эта штука словно выползла из царства мертвых. Как она сюда попала?
Ha! 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 Ha!
Ah!
Huh!